Привет, с вами Белькова Алла. Купила семена для продажи, буду растить рассаду. Очень люблю это дело. Купила вот такой грунт. Сегодня, кстати, мое день рождения. Так, это у нас Гера. Здесь сколько? Больше 10, 20 литров. Ну, 1200, в общем, накупила семян. Ампельная петунья. Поняла, что ампельная очень ценится. Лавина, желтая звезда. Здесь по 5 штучек. Надеюсь, что еще успеет все-таки она. Это тоже каскадная, ампельная. Потом вот большая мамочка, помидорка, званый вечер. Это томат сладкий, джин очень популярный. Томат тоже хочу попробовать, естественно, сама. До 800 граммов алсу, представляешь? Вот этот вот, это для засолки, очень хороший, мне прям порекомендовали. Томат Каспар, F1 тоже для засолки. Вот этот томат Дубок вообще тоже хорошо берут. Смотрите, такой ранний. Да, и плоды до 200 грамм, красивый. Вот тоже все спрашивают, томат взрыв, да, попробую, естественно, раннеспелые очень люблю. И они еще, вот многие не надо посынковать, белый налив тоже все знают. Клубничный черри, люблю вообще черри сладкие. А этого нет, это помидоры, я буду еще и себе, во-первых, попробовать и на улицу, и еще на продажу, да. Вот, томат черри со сливками обязательно тебе. Да, тоже дам. Капуста белокочанная слава. Капуста поздняя. Ну, вот это у меня уже есть поздняя. Тоже выращивать буду на продажу. Капуста Валентина. Валентину тоже вот все спрашивали. Надеюсь, что будет. Капуста колобок. Да, это для хранения. Видишь, как камень. Чтобы она у нас с тобой не портилась, Вань. Русский размер XL люблю. Вот большое все. Бархатцы вот такие купила специальные. Хотя у меня всякие разные есть. А вот смотри, какой еще купила томат. Сладкий шоколад. Это вот перец. Конечно, сейчас поздновато уже. 14 марта я сажаю перец. Но вот раннеспелый Оленька. И калифорнийское чудо тоже популярно. Я его уже сажаю который год. Вот здесь там 15, по-моему, семян. И подарок Молдовы. Вот сегодня такие у меня покупки. Сейчас все посажу. Приготовила всякие чашки-плошечки. Вон там землю. С Ваней уроки делаем. И буду сажать. А, кстати, вот мои подарки на день рождения. Благоухая цветы. Нюхаю так довольна. А это веганский тортик. Мне специально сделали от моего руководителя. Очень приятно, Лариса. Спасибо большое. Все, пока-пока. С вами была Белякова Алла. Если было интересно, поставьте, пожалуйста, лайк и поддержите комментарием. И напишите, а какие вы покупаете вообще сорта, какие вам больше нравятся, есть ли среди моих вот те, которые нравятся вам, которые вы сажаете. Очень интересно и важно ваше мнение.